Все нахрен, блин. Мне эта ситуация, блин, а нахрен осточертела, блин. Бедный чертняга, блин, это бабушка, блин, ему мозг, блин, заполонила, блин, и затуманила, блин, своими, блин, пивными мыслями, нахрен. Я уверен, блин, что он там, блин, в этой башне, блин, под охраной этого, блин, жгучего, могучего, блин. Классика России. Угу. Пакет на ветке. Толстучего, блин, пивного дракона обитает, нахрен. Все, блин, операция, блин, XZZ, блин, спаси, блин, дружище, блин, от бабища, нахрен, начинается. Толстючий пивной дракон. Шутняк, блин, я иду к тебе на помощь, блин. Твой белокурый рыцарь, нахрен, спасет твою рыжую душонку, блин. Короче, вот так вот. А? А? А, точно, это же облажался. Дурачина. А, балдуй. Товарищ гражданин полковник. О. Пожалуйста, отпустите меня уже. Я очень давно. Мне надо уже все, уже чтобы я уже вышел, пожалуйста. Ты че разорался, я не понял. Да я тебя за это посажу, знаешь, настолько. Это не жили. Будешь у меня столько сидеть, сколько пока ты я тебя не отпущу, понял? Ты что в самолете устроил? Да за твои проделки тебе светит 15 пожизненных расстрелов, ясно? Что? Ну, товарищ полковник, это же не я там дебоширил в самолете. Это они, это мужики, это их надо сюда. А мне надо срочно, меня выпустить надо, пожалуйста. Ты кто такой вообще? Ну какие ты... А, вот, Игорь. Игорь, скажи, что... Игорь, скажи, пожалуйста, полковник, а что Игорь. Я, это я. Здравствуйте. Прошу прощения, но мы не знакомы. Я впервые вас вижу. Извините. Это город альтернативной реальности, видимо. Походу. Где все такие же, но не такие же. Тихо. Я пока за огнеметом схожу, чтобы тебя огнем обметать. Ты понял меня, очкарик недоделанный? Шесть какая. И может быть в этом городе есть инженер-антагонист. Кстати, да. Да что же тут такое происходит? Ты же в другом городе, инженер. Ты шо? Так, срочно все слушайте меня внимательно и приготовьте свои все уши. Меня посетила мысль мирового масштаба. Отныне впредь мы меняем формат 9 канала, и мы будем называться 9 детским каналом. Все записи загадки дыры сжечь. Все, что мы снимали до этого, в печь. Отныне только детский материал. Ебанулся. Вдруг загадочки дыры. Спальни, кривоногий и хромой выбывает умывальник. Божечки ты, боже мой! Это программа «Загадочка дырки». И сегодня я с вами, детишки, буду рассказывать и говорить. О май! Загадочка дырки. Да. Дырочки надо было уж. Дырюсечки. Не знаю. Решили настолько не пошлить. Ну, пошлить не в смысле пошлить в плане похоти, а пошлить в смысле, ну, стрёмное делать и глупое. А мы до дыре. Проспект Скангропова, дом 14. Здесь и родился тот самый Майдадыр, знаменитый умывальник всех начальников, командир. Эта история становится совершенно загадочной. Непонятно, почему дом сделан в таком пепельном антураже. Вот, посмотрите, здесь стоял тот самый Мандадыр. Сейчас это становится все загадочнее и загадочнее. Почему такой интерьер выбрал Мандадыр? Жесть какая! Ужас. Да, она его припрягла.
Он же может себя отстегнуть. Там же замка. А, там замок. Я тупой. Шерстняга. Погнали нахрен. Рот, ты что здесь делаешь? Тебе нельзя сюда. Ты что нахрен здесь вообще в каких-то запертях, блин? Тише, тише, не кричи. Роза спит, она не любит, когда не спит. Да пошла она в баню, блин. Ты, блин, ты, блин, бандура, блин, хрена тебе нужна, блин. Сделала из тебя непонятно кого, что ж, няга, ты чё, блин, погнали. Нет, мне нельзя, мне надо убираться, мне надо бельё сушить. Мне... Ты же сам просил спасти тебя. Мне надо посуду мыть, мне надо мыть заднее. Хватит здесь окисляться, блин, уже ты превратился непонятно во что, блин. Или ты что, вообще забыл, блин, нахрен, кто ты есть на самом деле, блин? Послушай меня внимательно, блин, Яков Фосипович Шершанский, нахрен. Ты, блин, самый лучший, нахрен, блин, барабанщик в истории, блин, создания всего человечества, блин. Ты что, Шершан, блин? Ты в кого превратился? Роза, ты прав. Кажется, я что-то совсем заблудился и окисился здесь, блин. Спасибо. Пойдем отсюда. Погнали. Стой, Роза. Она меня вот заковала в эту дичь, блин. В кандалюху эту. Ни хрена, блин. А, да здесь... Здесь просто. Погнали, погнали. А, Роза, стой. А если она узнает? Да не переживай, Шершняга. У меня есть план. К 30 годам, что он удумал, интересно. Ага. Уже 8 детей. Умывальники, рукомойники. Все они разъехались по разным странам. Он остался здесь, в этом доме. Бедный, голодный, холодный и одинокий. Сейчас у Майдадыра совсем никого не осталось. Что уж говорить, его дом превратился в попелище. Эта история покрыта каким-то бесконечным мраком. Она не такая уж и веселая, как бы вам хотелось, дорогие детишки. Ну что ж, это новый. Это жизнь. Это была программа «Загадочка дырки». А в следующий раз я вам расскажу это, о времени влияния. Мафиозники детских передач. Возможно, либо просто другой детский канал. Ну, я же говорю. Почему это же теперь ввиду? Она постоянно лишь только смеется? Только наш детский канал может дарить детишкам радость и веселье. А тем, кто посмеет подарить им улыбки, мы вырежем кишки и заставим их сожрать. Конкурент. Ага. Чё, Земеля? Тоже попался? О. Или это не он? Меня Гвидоном звать. Вишня для своих. Да, это другой. Не тот вот Гвидон. Меня взяли. За фальшивомонетчество. Купюры рисовал. Не отличишь. Да вот пожадничал я. Решил 2-миллионную нарисовать. А кассир из хвостоведом оказался. Вычислил меня в секунду. А меня брат на воле ждет, Витька, химик. Витьку химика знаешь? Ну, давай. Стоп, инженер же брат Гвидона, по-моему, да? Не помню. Они... А, ну, вроде как да. А, нет, по-моему, начальник инженера брат Гвидона. Ну, бывший начальник, не который помню. Уволился. Честно говоря, не помню. Нет. Я бы на твоем месте. Ну, помнишь, что есть какие-то родственные связи. Так что долго чалиться здесь я не стану. Подком я сделал. Абсолютный выход. Мне... Можно, пожалуйста, с вами подком? Мне очень надо столицу. Мне там с Зинкой надо увидеться. Пожалуйста. Ха. Ладно. Покумекаем еще. Санта тоже в очках.
просто в темном углу его не видно даже. А сейчас немножко саморекламы. Хочу напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте. И в этой группе ВКонтакте есть рассылки. Одна рассылка, где я рассылаю все возможные варианты, где можно получить бесплатные игры, если я их сам увидел. А также рассылка, которая занимается рассылкой. Сука, я столько раз повторил слово рассылка. Ну охренеть, блин. Но суть не меняется. Здесь, если вы подпишетесь, вы будете получать актуальную информацию о том, когда стрим начался и на каких платформах, и никогда его не пропустите. Ну а также тут есть беседы по интересам. Жду вас в группе, ссылка в описании. Я не удивлюсь, если он там не один. Яшка! У меня пусто! А, всё. Бьё мне принеси! Яшка, балда! Ну, это же Яшка! Противная. У меня ощущение, что она еще долго будет лежать. А, нет. Да, она не может встать нормально. Яшка! Мне интересно, а квартира чья? КЗ. Родители ее, возможно. Ты что, не слышишь меня? Я думал его. Из-за тебя должна ходить? Яшка! Я с кем разговариваю, балда? А все. Вот какой план был у Розы робота. План такой себе. О, у них нормальная кровать. Наконец-то. Придумал! Мафия же типа. Блин, ух, уже этот крестный отец. Ска. Выпуски свои сожги, или выпустим кишки. Выпуски свои сожги, или выпустим кишки. Выпуски свои сожги, или выпустим кишки. Жесть. Это становится совсем небезопасным. Нет, Танечка, я их не буду испугываться. Я делаю это все на благо нашего ребенка. Им меня не остановить. Ой, Юра, Юра! Давай, давай, шерстяк, блин, прибавь скорости нахрен, а то этот кабрюха, блин. Без нас сейчас устроить за наш же счет, блин, себе целую карьеру, блин. Нам это нахрен не надо, блин. Опачки! Ехать, как говорится, надо? Конечно, блин. Падай, шершняк, давай, давай. Блин, шершняк, нахрен, тебе надо заняться, блин, своим здоровьем, а то это малых, блин, бомбило, блин. Превратил тебя в этого, блин, как его, ну, как в этом. Ну, в этом... В фильме, блин, как он нахрен, когда она это, та, ну, он потом к ней нахрен начал это, а она, блин, ну как это название-то, блин? Я, конечно, извиняюсь. Вы, как я погляжу, ребята современные, хотя не очень, никак не можете вспомнить название фильма. Как говорится, был камыш, да сперла мышь. Ха! А вы, наверное, что? Не в курсе, что в Яндексе можно найти моё. Фильм по его описанию. Просто. Ясно. Ну, конечно, я думал, машина в принципе вопрос. Реклама. И все. Попробуйте. О, на кнопочном телефоне. Ну, это, короче, Ален Кисель, блин, по встречам малых своей судьбы. У нее память ошиблась, она думает, что ее зовут Сентябрь, you know. Этот. Блин, точняк, слезы сентября. Это кино, нахрен, в тех времен, блин, достоинств, точно, блин. А, все, тормози здесь.
Вопрос, как они с Коброй еще бороться будут теперь? Все, блин, шершняк, пойдем нахрен писать историю. Может быть, они стравят Розу и Кобру? Я буду ржать, если они сойдутся в итоге. В смысле стравят Розу и Кобру? Ну, в смысле Розу, бабу Розу. А-а-а! И Кобру. Ты забыла, что Роза Роза? А, ты про ту Розу. Да, я когда Роза Робот говорю, я Роза Робот говорю, чтобы их различить. Малыха. Да-да-да. Малыху с Коброй стравят, и она эту Кобру как придушит, а ему и понравится. Ошибись. Нормально. Давай тебе ляпать. В нору! Балбес. Тру-ля-ля! Лучок меня больше всего заставляет. Чиполлино, блин. Блин, сколько это еще будет длиться? Какой-то кусок нам показали. До границы тихо и спокойно доберемся. Есть у меня здесь один приятель. У него свой сервис. Да. Я ему свою бричку отдал. Чтобы он там по ходовой, что по шаманю пойду заберу. Бричка. А ты здесь будь. На стреме. Машину воровать пошел. Короче, этот, получается, персонажи, которые были добрыми, так скажем, меняемые. Да, я об этом и говорил. Не, это, все перевернуто снег. Короче, доппельгангер. С ног на голову. Да, доппельжоплеры. Доппельжоплеры? Доппельжоплеры, да. Ну, я закосячил и сказал доппельжомбреры. Я сегодня что-то заговариваюсь вообще. Заговариваешься. Заговариваюсь. Это я специально сказал. Да, да, да. Запятык языка. Заплитык языкается. Наталич. Рады приветствовать вас, фит-сервис. А, здорово, здорово. Ну чё, как моя ласточка? Сколько с меня? Ну, диагностику ходовой мы делаем бесплатно. Без дополнительных условий. Вот и реклама опять. Вот диагностическая карта. Ну да. Не то, что хорошие персонажи плохие, а плохие хорошие. Просто они противоположные. Ну да, противоположности. У нас есть все детали от всех мировых производителей. Можно прямо здесь купить на станции. Я бы никого из персонажей не назвала хорошими. Пока здесь, конечно, не так хорошо, как хотелось. Ну да. Но уже совсем скоро это место изменится до неузнаваемости. Отлично. Пролетим с ветерком. Зараза! Зараза! Вот, пожалуйста. А, послушайте, там уже милицейские, уже все совсем здесь. Надо уходить. Не успеваем. Ладно, в лесу схоронимся. Бывай, Наталич. Всего доброго. Бензин. Это бензин. Окей.
совсем беспалевные ребята. Но они же надели эти балаклавы. Слишком припорошены. Да, балаклава на всю луковицу. Да, 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 я только хотел сказать, тебя это не смущает, да? А там как бы было на этот, на телефон надето. На весь? Ну, по-моему, нет, но в смысле у него, он был балаклаве. Ну да, лицо, да, но тут прям так всю луковицу. Это бензин. Надеюсь, их остановят. Нет, не остановят. Кому там еще в такую позднюю ночь звониться? Алло! Не может быть! Ёх, Юрочка, что там такое случилось? Офис... Горит здание нашего детского канала! Эти греются, зашибись. А тушить стой, кто будет? Ты куда? Все, здание у нас на сегодня закрыто по техническим причинам. Так что до свидания. Все. А пожарных не подвезли в сериал. Ага. Да? Нет. Нет. Я это просто так не оставлю. Там слишком дорогие для меня материалы! Не держите меня! Слышите? Даже нет смысла! Не собирались? Отпустите меня! Сейчас взорвется, как обычно. Не. Пламя раз не нарисованы. 3D-шно. Точнее, эффектики. Здесь каждый сам за себя. Счастливо оставаться, Шнырёк. Он просто под медведя закосит. Лёшка, стажёр. Какой тебе Лёшка, кудрявый очкарик? Здесь давай они даже верховного председателя. В НИИ не работают даже. Почему? Ты знаешь, блин, какая-то... Про незнайку. Такое ощущение, что он в какую-то, типа, негативную зону попал. Бля, а эти что тут? Союбят? А то устраивают запись, конечно. Да? Потому что он ничего не делает почти, по-моему. Он даже не играет особо. Он там такой... Да, трунь. Стоп нахуй, стоп машину, блин, все. Народ, я вам, блин, официально заявляю, блин, настоящий Багров Фантомас, блин, это мы. А этот кабрюха, блин, бесконечно красивый уродец, блин, забрал наше название и делает вид, что Багров Фантомас это он. Но самый натуральный, стопроцентный Багрухи это мы, Шершняга, блин. Это мне история группы Мираж напоминает. Где-то под именем группы «Мираж» все там бывшие солистки выступают, причем и те, которые жопой на сцене вертели, и те, кто за них пели, и которые вообще не пересекались, потому что были в совершенно разных составах. До свидания, понял, блин, это Багров Фантомас, блин, это мы, Шершняга, блин, а не ты, длиннющая, блин, кожаная палка, нахрен. Я здесь главный. И я воплощение настоящего рока. Мне кажется, Шершняга может Кобру победить. Возможно. Как мы знаем, у терраформации Марса шмели очень мощные существа. Да-да-да. Кстати, заходите к нам на стримы на Twitch. Шершни, то есть шершни, да. Мы как раз сейчас ее смотрим на Твиче. Тошных музыкантов. Да вам в переходах играть, крыс. Просто втащил ему. Ни хрена себе, Шершняга, блин, ты ему вкипятярил, блин. Охренеть, это там сбежал на нас селенок, блин, своей рыжей лапкой, блин, ну, просто уничтожил его, блин. Рыжей лапкой? А какой, блин, вообще? Итак, блин, дамы и господа, для вас играет, блин, настоящий Багров Фантомас, блин, розовый Шершняга. И первый хит, который мы исполним, это, конечно, блин, сон купца.
Ё-моё! Я чё-то не поняла! Ты чё отвязался? Тебе что-то не устраивало? Я что, за тебя должна свои бутылки открывать? Я тебя пригрела! Место кое-как тебе выделила, а ты... Я такая хорошая! Ну-ка, пошли! Роза, робот, не стой! Тут типичный реверс, короче, типичных абьютерских отношений. Да. Я не поняла! Ты чё, встал? Роза, между нами все конь. Извините. Будь здорова. Спасибо. Такой думаю. Ну, вы сейчас чем-то похожи с шершнягой. Не, я про волосы говорил. Ну, так-то да. Отлично. Я теперь с Розой. Наш странный роман был ошибкой. Моя настоящая любовь — это багровый фантомас. You know? Ах, вот как! Но держись, Яшка, сейчас я твою рыжую голову раздавлю в блин. Никто не смеет. Придутся останется. Да. Бля, я угадал, походу! Любовь! Да! Я угадал, походу! У нее там водка, что ли? Не, пиво же. Ну там жидкость белая, прозрачная была. Да вода там была обычная, господи. Реквизит. Ну понятно. Забирай и уваливай отсюда. А они будут концерт проводить. Да. Ни хрена себе, блин, вот это сюжетный поворот, нахрен! Все, блин, Багров Фантомас вернулся! Мы продолжаем писать историю, you know? Новости. 9-го канала. 9-й канал уже сгорел. Горячие новости. Нам только что стало известно, что горит здание детского 9-го канала. Ой, хороший вы. Да, о, что тут скажешь? Ну, какой-то оголтелый, побежал. Как этот, я не знаю, как мотылёк под свечку побежал. Я не знаю, что работать побежал, что ли, с огоньком. Кефирчик. Как нам сообщил источник, приближенный к пожару, директор детского 9-го канала Юрий Грачевич, бросившийся в огонь спасать материалы, до сих пор не вернулся. Его похороны предварительно назначены на июнь. А далее новости спорта и погода. На этом у меня все. До свидания. Нормально. Неужели его Ричард Спагов спасет? Это же самый настоящий пожар. Нужно срочно спасать все материалы. Все драгоценные мои дорогие детские программы. Я же так долго вас снимал. Да снял бы заново. Чего-то кусок. Именно. Я угадал. Мой сюжет еще не окончен. Журналюга. Они подружатся в итоге, бля! Они помрут вместе! Походу. Блин, бедный инженер. Он вообще попал жестко. Он же не дрался ни с кем, его били.
Инженер. Вот кто здесь босс. Да. Ага, спасибо. Это явно отсылка на крестного отца. За попытку нелегального побега. А бывает легальный? Полноценный грабеж. За постоянный наглёж. А также за то, что накричали на Зинаиду Кашину. Подсудимый приговаривается к пожизненной мере наказания в виде полного истребления. Приговор ввести в исполнение. Вот сейчас. На Зинаиду Кашину? Да, мне кажется, это у него трип. Ощущение, что ему сон снится. Да-да-да. Вот именно. Просто когда про накричали на Зинаиду Кашину, сказали, я такой, что? А? Сдается мне, это не по-настоящему. А он просто спит. Да, точно он спит. Проснулся в камере. Забирайте гражданку своего этого потерпевшего, пострадавшего человека. Тут другой мужик вообще. Ну да. Дина, а чего ты тут делаешь? Ты же должна быть со стажером. Я как узнала, что ты здесь, сразу все бросила и приехала за тобой. Прости, что я тогда на тебя накричал. Прости. Да, что ты? Я все уже забыла. Все хорошо. Значит, дружба. Дружба. Поехали домой. Поехали. Мне тут такой сон приснился. Я тебе сейчас расскажу. О, какой сон! Товарищ милицейский, прошу прощения за беспокойство, но я вновь к вам с той же проблемой. Опять соседи заливают скипидаром. Примите какие-нибудь меры, я вас прошу. Алексей! Алексей! Что такое? А, прими, человечек. Проходим. Здравствуйте. Что случилось? Значит, тут все равно все не так-то и просто. Ага. Ага. То есть он у них правда там высший. Все смотрят. А, то есть все-таки Ричард его вынес. Майкла Б, блядь, ну, походу не подвезли. Спасибо тебе, Ричард, большое! Да что ты, Татьяночка, не стоит. Я поступил, как поступил бы простой, обычный, роскошный джентльмен. Да. Пойдем домой. Джентльмен. Ричард, я хотел бы выразить тебе благодарность за то, что ты спас мою человеческую жизнь. Спасибо. Да, и кстати,
Раньше я думал, что ты самовлюбленный балдец, а оказалось, что ты не самовлюбленный. А вот тут ты ошибаешься! Наоборот, он не балдец, но самовлюбленный. Шо пипец! Нелепые смешки. Ты подошел. Слушайте, а чего это мы здесь стоим и мерзнемся? Пойдемте-ка к нам домой. Ликерчика пару стопок облагородим. Пойдемте. Sure. Let's go. Конечно, пойдемте. Конечно, пойдем. Сколько у нас за плечами разлук и ссор, невзгод и разных обид. Когда вдали мы друг по другу скучали. Шикарная серия. Мое сердце болит. Я так рада за Шушняк Гнус Рома. У меня просто отлегло от сердца. Мои же хорошие. Да-да-да. Тебя ты даже не знаешь, малыш. Кобра не знает, что, что я буду с тобой. А ты будешь со мной. Соответственно, на нашем пути не будет преград. Мне такое ощущение, что они особо повстречают. Не исключено. Да, я тоже. Если, конечно, не вывели из сериала окончательно. Я не думаю, что это так. С другой стороны. Я думаю, когда у них уже сближение с Зиночкой дойдет до апогея, тогда и появится особо. Скорее всего, когда он там признается или еще что-нибудь. Ну да. Спасибо за просмотр, надеюсь, было интересно и понравилось. До скорой встречи. Пока.